Эй, да ты, демоническое отродье, а? Да какого? Ну, он убьет его или нет? Слушайте, а если я... Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetus Play, меня зовут Саша, а это Darkwood. И очередной кошмар на носу. Кошмарный день. Так, у нас есть еще лишнего выкинуть? Есть. Мы возьмем, наверное, вот эту канистру, сейчас зальем ее. Наверное, починим доску, естественно, нашу. Так, улучшить верстак я не могу, к сожалению. Что еще мы выложим? Наверное, покуда это все дело... Нет, тоже. А что, факел тоже можно починить? Нет, нельзя. Ладно, окей. Отмычку с собой возьмем, самогонка нам не понадобится. Камни, ну камни это херня, конечно, редкая. Ну ладно, пусть будет. На самый последний, крайний случай. Вот, и давай тогда канистрочку сюда, сейчас попользуемся. Палка будет на подтанцовке. А вдруг называется. Так, здесь, по-моему, были грибы, которые я не взял. Нет, взял. Ладно, тогда заливаем. По-моему, этот генератор больше потребляет. Хотя нет, где-то полтора деления. Наверное, все-таки нет. Отлично, канистра пуста. Что же? Я, в принципе, думал вернуться в лагерь оборотня, посмотреть, есть ли он там или нету его там. И выкупить у него фигню эту для улучшения верстака. Я думаю, это стоит сделать. Вот это мы продадим. Тридцаточку стоит. И камень где-то был. Вот камень. Может быть, что-то еще понадобится продать. Велосипедный звонок, ржавый звонок от велосипеда. Какой-то прикрепил к нему записку. О, кстати, а можно прочитать записку, а? Это я не понял. А записку прочитать? Что-то произошло. А я смогу это продать вообще? Ладно, побежали, посмотрим, что к чему. Странно, что я не могу камни стрельные взять обратно. Это очень странно, я считаю. Ну ладно, забили. Ты уже устал, да? Ничего, на том свете отдохнешь. Может быть. Не нравится мне это место. В прошлый раз на меня здесь собака напала. Попыталась загрызть. Приятного мало. Нифига себе! Ах, вот что это за ямы. Здесь жуки всякие ползают. Кстати, а это не окно, часом? Нет, показалось. Ладно, ладно. Кстати, одного такого жука мы прихлопнули. Побежали, побежали. Тут уже недалеко осталось до этого оборотня, если он, конечно же, здесь. А он еще здесь. Отлично. Давай поговорим. Хочешь, я тебе звонок покажу? Не? Тебе не надо? Торговать. Так. Это тебе пойдет, и вот это тебе пойдет. И я смогу взять, она же 200 стоила. Ящик с инструментами, да. Отлично, подтверждаем. Как-то так я и хотел. А это сколько стоит у нас? Ого. У тебя и цены, я тебе скажу. Звонок тебе не нужен, да? Ну ладно. Это все, что я от тебя хотел. Кстати, знаете что? Я сейчас не глянул. Наверное, верстак один и тот же везде. Блин! Зараза. 10 раз здесь бегал, и только на 10-й попался в эту хренову ловушку. Ну ладно.
Так. Я не посмотрел, это тот же, один и тот же верстак или нет. На все, так скажем. По идее, должен быть. Но не факт. Быстро же ты устаешь, я тебе скажу. Подожди, а тут... Не грибы, нет? Мне эти красные грибы уже мерещатся. Так порой хочется их найти. Собака. Вот эта собака и напала. Кстати. О! Слышите? Это из дерева? Или где-то здесь? Кто-то хулиганит. Это какое-то очень хитрое дерево. А, это ты, бродяга. Ну давай я тебя это прикончу уже, наконец. Давай. Угу. Угу. На самом деле это был не он. Он отхватил. Ага. На. Еще разок. Два. Опаньки. Прилетело. Отлично. Мертвый. Еще один посох. Это, кстати, не лишним будет. Да что такое? Кто здесь кого убивает вообще? А, это оно башкой тут билось. А, оп, что это? Капкан. Надо же, замаскированный даже отчасти, видели? Да, получен металл. Так, куда нам вообще тулить? Давай вниз пойдем. К оборотню. Только сначала домой. Заскочим. Лишнего выложим. Не лишнего возьмем. Устал, да, устал, бродяга. Так, улучшим верстак. А на следующем уровне уже можно будет сделать лопату, если я ее куплю. Но мне нужна еще и изолента. Изоленты у меня нет. Пока что. Таблетки, и это выложим. Это тоже выложим, не знаю, зачем он, что он, как он. Спичек нету. Мне надо спички еще найти. А то я без факела буду в эту ночь. А без факела в эту ночь будет... Ой, как неприятно. Но... Собака. Давай! Чуть-чуть не успел. Чуть-чуть. Мне бы максимум жизни повысить было бы просто умилительно. Закрыто? Серьезно? Кто? Хоть бы не олень. Фиг знает. О, спички, отлично. Пуля. Какой-то странной формы. Ну, все остальное так себе. Ну, ладно. Пусть будет. Так, а видно на карте эту просеку, нет? Видно. Аккуратненько, аккуратненько. Здесь куча ядовитых грибов. Может быть, кто-то за ними есть? Вот где-то здесь. О, да, машинка. Да ладно! Кто это, блин? Берем, 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 берем. Кто это такой вообще? Видали? А это не камень часом? Это только ядовитые грибы? Сука, где оно? В машине, что ли? Ты серьезно сейчас? Я даже этот труп не заметил здесь. Или это не труп? Труп. Только он что-то живой немножко. В смысле, крафтинг. Какой нахрен... Это была подстава. Слушайте, я так и умереть могу. А ну-ка, давай лечись. Давай лечись. У
Не круто, не круто. Ладно, будем знать, что такие трупы – это подстава. Так. Силосная башня какая-то. Интересно. Здесь постоянно какие-то звуки, я просто охреневаю от этого. Ужас. Где тут вход вообще у вас? Капкан бы еще не попасться. А вот здесь вход, да? Ага. Так, но это труп не взрывается, нет? А, это манекен. Старый манекен без головы. Музычка, да? Ты его не берешь, да? А можно его вырубить, а? Нельзя. Ни винил не снимешь. А вот они. Я думаю, где, блин, они? Они здесь. Подходящая музычка играет, просто подходящая. Для того, чтобы обосраться. Слышите, здесь кто-то ходит. Или это наши были? Я, по-моему, кому-то в гости забрел. И этот кто-то сейчас как вернется. Дохлая крыса. Интересно. А ее сварить можно? Да уж, лес такой, что я постоянно чувствую себя в какой-то опасности, блин. Не знаю, почему так получается, но так всегда. В эти дырки лучше не падать, да? Оп, грибы. Берем. Отлично. Получилось это все хорошо, конечно. Никого здесь нету? О! Неужели здесь еще и даже гвозди будут? Да, 7 штук. Я уже практически забил себе весь инвентарь. Блин! Ты серьезно, да? А может, не надо? Давай в следующий раз. Там мне еще доска должна ночь пережить. А я и вообще и без бинтов. О! Какая прелесть! Как я это люблю. Эх, наверное, что-то мы оставим здесь. Например, эти долбанные камни. 10 камней. Пускай валяются, я не знаю. Осмотрено, осмотрено, осмотрено. Так. Все. Приплыли. Ладно. Ладно, будем знать, что здесь бревно. И здесь бревно, и камень. Хорошо. Гвоздей поднасобрали, это хорошо. Где мы вообще находимся? Ага. А там какой-то паук был обозначен. Или что это такое? Открытая новая местность. Лачуга. Мы даже до какой-то лачуги уже добрались, блин. Что нафиг за лачуга? Серьезно? Это еще одно убежище наше? Блин! А нет тут у вас лесопилки? Генератор расхерачен здесь. Придется сюда еще раз вернуться. Карманов не хватает. Жаль, конечно. А как войти-то? Что, как-то с другой стороны? Нет, ну вы серьезно? Что, вот это мне показали этот ящичек и все? Обидно, слушай. Досадно вообще. Ладно, будем считать, что там ничего нету. Но вернуться сюда надо будет.
Ага. Это типа логово. О, а вот эту хрень я хочу. Здесь никто на меня не нападет? Выглядит так, как будто нападет. Но я попробую. Можно будет. Никто не обиделся? Блин, а я сейчас не смогу. Ладно, давайте быстренько вернемся. Никуда же не денется оно. Или, чтобы прям не рисковать. Чтобы прям не рисковать, мы, наверное, здесь оставим... Что мы здесь оставим-то, а? Ха, ладно, давай сделаем отмычку. Это мы по-любому сделаем. Я, наверное, оставлю вот здесь, на лесопилке, чтобы не потерялись бревна еще. Во. И это дело мы заберем. А вдруг оно испортится просто, мало ли. Или тварь какая заберет. Зародыш. Окей, мы сейчас быстренько вернемся. Может, даже успеем обратно сбегать. Хотя мне бы дом заделать. Но там будет немножко времени, да, вечером? Должно же быть. Так, машина. И тут недалеко от нее наш дом. Строго вверх. В принципе. Опаньки. Давай. Вот зачем нужна была отмычка нам. Берем, берем, не берем, не берем, берем. Ладно, потом. Так, грибы. Ага, грибы и колода, да? А как же я? Аккуратно. Блин! Мне это все надо. И еще один сундук, слушайте, ну это как бы... А, я его осмотрел. Ладно, хорошо. Тихо. И еще один сундук? Да ты гонишь. Сколько их тут? Так. Надо будет запомнить дорогу вообще. Звуки здесь нехорошие, я вам скажу. Так, давайте сначала сюда. Это дело, сколько это дает? 120 эссенций. Два раза. Это ж просто прелесть. 592. Отлично, второй уровень открылся нам. Итак, ядовитая кровь. Кровь будет ранить врагов. Ну, не знаю, я свою кровь не хочу проливать так просто. Раз в день можно около минуты видеть все вокруг. Не знаю. Раз в день можно недолго бежать без потери выносливости. Честно говоря, из этого всего мне больше нравится вот это. Естественно, мне нужно взять одно. Яда наносит больше урона. Трус. При получении урона на короткое время уменьшается угол обзора. Там будут яды. А можно не брать? Нельзя. И эту взять нельзя. Ясно. В этой мы больше ничего уже взять не можем. Да, я так понимаю? Ладно. Третий глаз. Посмотрим, оправдаешь ты себя или нет. Ну, кровь, вот это вот ранить врагов, серьезно? Да нет. Да и бежать без потери выносливости тоже как бы мне не особо надо. Не знаю, зачем я эту хрень взял? Может быть, что-то интересное из этого выгорит. Опять приход? Или обойдется? Нет, не обойдется. Нет, нет, нет. Приход, конечно. Так, а где армейский фонарик? Мне ж давали. Хороший мхом кокол до сих пор звенит. Здорово. Рад за него. Но это сон, я так понимаю, здесь что, я не соберу? Все, да лампочки. Хотя один камень не оставили, так что может быть и не до лампочки. Кладбище, да? Это типа такой толстый намек? Или что? У тебя нет ни голоса, ни силы воли.
Совершенно обычный мертвый человек с улыбкой на лице, действительно. Ты в хороших руках. Да вообще. Вот спасибо. Я понимаю, это по его глазам. Как раз, когда он смотрит на меня сверху. Да ты что? Муравьи какие-то или тараканы. Побежали, да. Ого, ты крепкий. Сожженная крыша церкви прогибается под весом красных маслянистых облаков. Ого! Как здесь вдруг стало жутенько. Пуск, открыть. Ты не видишь, что тут очередь? Вообще не вижу. Вот серьезно, братва, не вижу, что там очередь. Я... Мне только спросить, если что. Хорошо? Ах, так вот, да. Или тут семерки? Или вернуть? Пик. О, ребят, а мне типа в очередь, да? Ну ладно. Секунду, с этой стороны нету, а с этой есть? Хорошо. Как сделать так, чтобы очередь осталась? Сученная очередь, которую даже встать нельзя. А вот сундук, подожди, сундук открывается? Я вообще не заметил за этой хренью. Ага! И толк с нее. Можно в попе поковыряться только ею. Да уйди уже! Ребят! Только вот за этой... А, мы по ней даже ходить можем? Ладно, хорошо. Ага! Вот оно чё. Давай сюда. Ох, мне эти сны. Полка пустая. Зря совершенно шкаф. О! Страшная коробочка. Закрыта вся поверхность царапина. Красиво, блин. Морда лица даже чья-то. А ты возьми, не стесняйся. Мало ли. Понадобится. Эй! Да ты... Да ты... Демоническое отродье, а? Да какого... Ну... Он убьет его или нет? Слушайте, а если я... Сон не удался. Блин, хорошо, что я от этой твари тогда свалил вообще. Мужик, а ты что тут делаешь, оборотень? Что, охренел совсем у меня дома быть? Чем меня, чтоб меня, я не верю своим великолепным глазам. У тебя получилось. Должен признать, ты довольно ловкая дохлина. Оборотень улыбается, обнажая ряды острых зубов. А теперь конкретно пойдешь по дороге в юго-западной части глухого леса. Она приведет тебя в деревню, где живет старая корга, смердящая курами. Поболтай с ней, поможет может узнаешь что-нибудь новое. Но будь осторожен, дорогуша, не ведись на ее приветливую рожу, ибо это самолюбивая сука, которая держит у себя в доме за закрытыми дверями то, что ей не принадлежит. Кое-что, чего я стараюсь, страстно жажду, принеси мне ключ от этой двери, и я расскажу тебе, где найти твою пропажу. Все по-честному, а, дорогуша? Ключ за ключ. Ну и хорошо, а теперь иди. Давай, за дело. Вали уже. Старая коробка, хочешь? Надо? А это одна из этих. Волк забирает у меня коробочку и обнюхивает ее со всех сторон. Я могу поклясться, что слышу, как под плащом они как он влияет своим... Виляет своим хвостом. Нихера себе. Интересная находка, Миссо. Наверное, ты бы хотел ее узнать... Узнать, что внутри. Где-то в юго-западной части старой рощи есть место, где ты найдешь ключ от этой коробки. Я бы на твоем месте мяса был поосторожнее. Поверь мне, ты не захочешь открывать ее сам. Принеси мне ключ и не пытайся хитрить. Ты все равно не знаешь, что с этим делать. Интересно. Ладно, торговать. Что-то там новое мне что-то принес, нет? Репутация по-прежнему ниже плинтуса. Оружие и патроны купит он. Хрен тебе.
а не оружие. И уж тем более не патроны. Так. Раз в день можно около минуты видеть все вокруг. Но я думаю, что это в темных местах нам очень даже пригодится. Это сюда, это сюда. Сейчас на пилораму заскочим. На чуть-чуть. Совсем на чуть-чуть, наверное. Эх, опять не положил. Мне надо бы мое убежище немножечко приободрить. А то как-то оно совсем не ахти. Должно хватить на то, чтобы перепилить эти бревна. Наверное. Давай. Отличненько. Замечательненько. Вечереет. Я уже не успеваю, да? Я успеваю только начать чинить. Точнее, не чинить, а заделывать. Так, наверное... Ты гонишь. Так, выходить. Здесь я заделать не могу проход. Здесь есть комнатушка. Наверное, мы все-таки заделаем эту комнатушку, потому что мне кажется, что нам она пригодится. Так, это заделали. Это окно и так заделано. Вот это давай теперь. Отлично. Так, наверное, мы заделаем эту дверь. И будем сидеть там за этой. Или как? Или что? Да, наверное, вот эту мы точно забаррикадируем. Давай. Молодец. Сколько там у нас осталось чего? 29 и всего ничего. Досок. Ладно. Знаете что? Колодец неплохо было бы починить. Очень даже. По-моему, на него нужны только доски. Да, 4 доски как раз. Так, окей. Значит, осталась эта дверка. Можно попробовать подпереть дверку ванной, но она же открывается в обе стороны. Хотя... Не знаю, попробуем. Вернуться я успеваю или не успеваю? По чуть-чуть. И забрать тут немножечко всякого. Блин, здесь долбанное дерево. А здесь долбанные грибы отравленные. Я уже совсем не успеваю. Сейчас нарвусь на какие-то грибы. Потому что ни хрена не вижу здесь. Ладно, я аккуратно, да? Я, блин, аккуратно. Отлично. Здесь что-то мы уже взяли, а больше у меня отмычек и нет. Ладно, пора топать на хаос. Совсем. Включать генератор и сидеть у себя дома. Ровно на попе. Это мы положим. Пригодится. Так, все, понеслась жара. Сейчас нас будут убивать. А? Жаль, во сне так хреновенько у меня получилось все. Очень жаль. Эй, ты че? Вот заколошматить эту дверь или нет? Они ж по-любому прорвутся. Давай, наверное, попробуем ванну туда оттащить сейчас как-то. Может быть, она немножко помешает. Но очень сомневаюсь. Ладно, лампа. О! Слыхали? К нам уже идут. Мне доски этой вполне возможно, что не хватит. О, оборотень, а ты мне будешь здесь помогать? Серьезно? А как это так? Я думал, он здесь будет. А он взял ко мне, приперся. Хорошо. Так, наверное, мне нужно сделать один факел. На что может потом понадобиться эта спиртяка? Я не знаю, но лучше, наверное, сделаю из этого самого. И бинт. Ах так, да?
А бинты я не могу сделать, да? У меня тряпок больше нету. Обидно. Обидно. Запасную сделать, не сделать. Ладно, не будем. Ну, давай. Заходишь? Ну ты заходи. Да-да-да, я тебе помогать не буду. Дверь еще держится на один удар. Все. Открыто, да? Ну, давай. Здрасте. Приехали. Главное, оборотню еще не прописать. Ай! А? Ну вот ты, какая же ты скотина, а? Да как? Как он вломил-то, а? Просто как он вломил? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Вот сейчас будет жестко. Так, наверное, стоит лечиться. Давай возьми эту палку хренову. Не б мою поискать, а поискать. Это самое, починить. Но это жесть, конечно. В этом жутком пространстве узком очень не очень получается с ними справляться. Да все, все. Ага, идет, понятно. Все? Справился? В смысле? Ну зачем? Ну зачем? Я здесь, вот, иди сюда. Слышь, ты уродец. Ну зачем ты это делаешь? Я тебя умоляю, отставь его в покое. Ну какого хрена? Пробился? Да ты гонишь. Как ты так быстро-то, а? Давай. Да, блин. Я только вышел. Я только вышел. Что ж ты... Что за тварь такая, а? Ты идешь, нет? Иди сюда, мать твою. Ну ты идешь или... Блин! Собака! Зараза! Угу. На! Еще раз! Еще раз! Да как так? Как так? Да я ж попал! Финиш! М-да... Так как я играл на кошмаре, это финита. 6 дней прожил, и, собственно, на 6-ю ночь ласты склеились. Да. Бывает, бывает. Такое дело. Увы. Ну что ж. Да, наш профиль мгновенно удалился нахрен. В общем, ребят. К сожалению, я протянул всего лишь 6 дней и одну ночь, но я не жалею, знаете, мне прочили смерть еще даже на 3-ю ночь, когда я там надумал полезть в погреб. Видимо, люди знали, о чем говорят, имея в виду вот эту вот зубастую тварь, которая меня почти убила. Вот, ну что ж, я считаю, что для первого раза, прям вот до 6-й ночи в этом режиме кошмара мы неплохо справились. Если вы хотите продолжение, обязательно ставьте лайк. Если эта серия зайдет, так скажем, если она соберет много лайков, то есть я пойму, что вам действительно его хочется, мы начнем заново, немножко на более легком уровне сложности, чтобы не сразу вот так вот опростоволоситься, естественно, и подольше что-то как-то развить, узнать. Вообще игрушка неплохая, но немножко однообразная. Постоянно приходится этой палкой херачить, потому что только она и есть. Ну, из более-менее нормального оружия я до лопаты еще даже не дорос. Мне еще нужно один раз поднять этот самый верстак. Я даже не посмотрел, что там нужно для него, для того, чтобы поднять. Ну, в общем, если эта серия много лайков набирает, то я пойму, что вы хотите еще. Если нет, то, в принципе, можно считать, что в какой-то степени игра была более-менее, но все-таки ознакомлена, так скажем, на канале. И мне это очень понравилось, на самом деле, игрушка. Но много чего я бы сделал бы не так.
опять-таки, слишком много мы лазим просто вот с одной доской. Нет, я понимаю, что это если играть не под запись, не по полчасика, по одной ночи, это бы прошло бы очень быстро, за один вечер можно было бы сюда добраться там. Но все-таки, это долговасто. Ладно, что же, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... Ба-бай!